Марина – человек с активной жизненной и гражданской позицией. Она мама двух сыновей 7 и 15 лет. Вместе с ними она занимается спортом и учебой, а еще любит общаться с людьми. Сейчас она работает инструктором по переписи в МФЦ. Говорит, что люди приходят целыми семьями. Был случай, пришла там, взрослая женщина, бабушка, она уже привела свою сестру, переписала брата, всех родственников, там человек 7. Вообще все люди с удовольствием переписывают. На счету Марины уже около 2000 участников переписи. Сегодня она приехала в Одинцовский клуб «Активное долголетие», чтобы помочь заполнить анкету представителям старшего поколения. Гражданский долг – принять участие в переписи. Потому что мы этим помогаем не только государству, но мы помогаем себе, чтобы уже государство знало, с чем нам помочь и в чем мы нуждаемся больше. Нина Федотьевна – постоянный посетитель первой библиотеки и кружков активного долголетия. Ей 84. Она занимается творчеством, рукоделием и спортом. Как человек ответственный, приняла участие и в переписи населения. Но как же, мы живем в нашей стране прекрасной, поэтому должны знать, кто жив, кто нет. Я думаю, это должно быть обязательно. В течение часа два переписчика внесли в систему данные о 23 представителях старшего поколения. Для их удобства, а также безопасности в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, прием проводили по записи. И каждый получил полезный подарок – брендированную защитную маску. Спасибо вам большое, опрос пройден. Здоровья вам. Встретимся через 10 лет. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».